Вау! Как вы постараетесь привлечь его внимание? Он обратил внимание, но нужно, чтобы он обратил. Мужчина, мне так плохо, помогите нам, люди! Ты кто, он должен тебе оставить свой номер телефона. Скинь халяву. Батон. Стоимость которого равна зарплатам вашего мужа. Как вы уговорите сделать вам такой подарок? Ты понимаешь, делай вещи. Ты же понимаешь. Я же экстрасенс. Машка уже не ты хочешь. Нет. Что-либо исправить, поскольку гости уже звонят в дверь. Что делать? Алло,
Маша, не смотри. Там еще секунды даются, нельзя было нарисовать. Я чувствую. Я знаю. Я тебя убью. Это все. Стой, стой, стой. Стой. Положи модель. Плохое предчувствие. Чьи же рисуешь? Я вообще ничего не чувствую. Сильнее рисую. Да парень. Дави. Ну ладно, я рисую. Все, пошло уже. И потом сравним рисунки. Кто что хочет. Это все нормально. Ну, ну, я тоже чувствую, что два листка подошли. Я чувствую там. Я помню, блин. А, так что связать? Ну, знаешь, что нарисовать? Я сказал Машке. Так, ты могу вам как-то нарисовать. Что вам сказал? Что ты не рисуешь? Да. Мажика. Ну все. Все? Да. Готова? Я готова. Нет. Нет. Тут он... Нет, что ты себе не рисуешь? Все. Маша, что ты должна была нарисовать? Да тихо! Кого? Все, Юрий. Юрий, это на пока. Все. Это больше было вот так. Э, на стол. Я пошел. Ого, как или телепортал. Вот они так один макаром. Витя, оно у вас есть? Да. Я что-то на модерате нарисовал, он зарисовывает. В автобусе едет пенсионер нервный, которому все не нравится, место не мало. Это Артур. И есть отец с дочерью, это Артур и Ира. Ира не хочет сидеть на руках, а он ее постоянно садится, потому что она мешает людям. Тут зашла Янка, молодая девушка, ей надо шпионскую перемену. Она всячески намекает папаше, чтобы он встал. Кто на шоу на шоу? Артур! Мама, я не хочу садиться на стул! Ну, ты нажимаешь Не хочу! Что ты гордый? Где Толя? Где Толя? Ваша остановка! Не хочу! Что тебе надо? Ну, не хочу, я садится! Не хочу, я садится! Ты должен отвечать. Нет, стой, я перебью. Ваша остановка! Не надо! Не хочу, я садится! Ты можешь от кастрюлы. Не хочу, я садится! Если вставать моему папе, у него жена есть! Секунду. Артур.
Убери это ненормально. Нет, нет. Отстань. Временно, но мы уже толкали. Да шарю! Скоро помощь. Я же скоро хочу. Я все равно. Подожди еще. Пару остановок. Там он дедуля. Вообще-то я не подвигаюсь. Нет. 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 Вы беременны, не жалеете? Нет. Сейчас я откажу. Сошла! Что за шипость? Тут остановка стоит один. Да. Я с вами один. При этом второй занимает два стула. Как беременная. Как? Стула. Достал бы и идиот. Ну сейчас, сейчас. Что ты делаешь? Стуля, ты как младца. А ты беременна. Прека, таляшка уже нас. У него идеальная поза. Какая? Ударить такой. Ты сказала, а я вешена. За ухо ее. И тут остановка идет. Тут остановка. Граждане, уступите место. Встаньте. Если я встану, ты у меня ляжешь. Как бы сказать и промолчать, лишнего не проронив, правда несказанных слов, выше бумажных цветов, как же легко это все разрушить, как бы понять, не изменив ход переменчивых лет. Где же та самая нить, чтобы заставить простить, просто простить и опять послушать. Женщины, Господи, мир невозможен без вас, как без весенних цветов. Хватает нам фраз от небрежности. Любите, верите, ждете, рождаете нас в ваших влюбленных отцов. Сила в слезах ваших глаз. Сила не
том, что мы есть на земле, хрупкою нежностью плеч вырождены нас беречь. Снова простить, опять послушать. Женщины, Господи, мир невозможен без вас. От небрежности любите, верите, ждете, рождаете нас, ваших влюбленных отцов. Сила в слезах ваших глаз, сила нежности, сила в слезах ваших глаз. Сила нежности.